Культурно-пізнавальний розвиток дітей з інвалідністю, психологічні та акторські тренінги у когнітивно-поведінковій терапії. Гості студії – це Ольга Маркіна, психологиня, арт-терапевтка, спеціалістка з когнітивної нейробіології. Доброго ранку, пані Доброго Ольга. Ранку. Один з напрямків вашої роботи – це от заняття з дітьми, яким ви допомагаєте збалансувати і скоригувати негативні форми поведінки і от збалансувати особистість, про те, що ми говорили. Про що йдеться, як це працює? Да, я работаю в школе актерского мастерства, где у нас к детям применяется такой подход, в общем, рационально-эмоциональный. Что это означает? Что мы помогаем им, безусловно, такой поддержкой, принятием их сначала, и потом направляем их поведение в нужное русло, то есть помогаем им становиться там, осознаннее, контролировать свои импульсы, эмоции. Но все это делается при принятии ребенка. При позитивном его подкреплении, поскольку такая методика, она эффективна. Если ребенку говорить, что у него там что-то не получается, если он, например, не знаю, ведет себя агрессивно по отношению к другим детям, то ему сложно, если его все время обвиняют в этом, говорят, что он делает плохо, он ничему в этот момент не учится, он просто чувствует, что он не такой и делает плохо. Наша задача – помочь ему скорректировать свою импульсивность, то есть объяснить, да, сейчас ты сделал так, ну, импульсивно повел себя, но при этом, если ты, ну, то есть мы потеряли какое-то время, да, занятия, то есть мы, там, другому человеку больно, нам придется остановить, поговорить об этом, а можно попробовать другой метод, то есть если ты, допустим, скажешь ему словами, просто попробуй это, у тебя там есть лидерские качества какие-то, и ты... Мы таким образом и сэкономим время, и ты попробуешь по-другому. И когда он это делает, то есть он, допустим, попросил вместо того, чтобы ударить там, или толкнуть человека, получается, и мы подкрепляем это, говорим, как здорово, что у тебя это вышло, ты такой сосредоточенный, ты молодец. И ребенку хочется в следующий раз это делать, то есть ему хочется становиться лучше, чтобы его одобряли, потому что для детей это очень важно. Тобто простою мовою розмовляти з дитиною, да, пояснювати. Об'яснять, да, то есть не часто і у родителей така позиція, що нужно, ну, наказать или поругать, то есть чтобы ребёнок запомнил, что так делать не надо. Но на самом деле всё, что он получает в этот момент, что он делает неправильно, это нужно прекратить, но сама проблема никуда не уходит, она остаётся. То есть ребёнок чувствует себя растерянным, и в следующий раз он может повести себя либо так же, поскольку проблема не решена, и он уже плохой. То есть уже он как бы никуда ему от этого не деться. Ну а задача родителей, конечно, прежде всего должна быть объяснить. То есть само слово даже дисциплина, оно означает учить, обучать, то есть объяснять, помогать как бы ребенку понять, что нужно делать. Для цього, знаєте, можливо, потрібно самим батькам розібратися, що не так, і розуміти, що, ну, тобто дитина не сама собою так себе веде, вона, конечно, не сама собою є агресивною. Тобто да, це вже як результат зовнішніх факторів, які впливають на дитину. Да, в тому числі і внутрішній наш сам мозок, поскольку я ізучаю от когнітивну нейробіологію і обучалась у Даніела Сігела, їздила, це американський звісний нейропсихіатр і педіатр. Да, тут еще есть такая особенность, что наш мозг, мы рождаемся с такими вот инстинктивными какими-то рефлекторными, это у нас очень хорошо развито, то есть мы знаем, что нужно увернуться, да, даже маленький ребенок может увернуться, побежать, закричать на какие-то раздражители, вот. Но при этом у нас есть такая префронтальная кора, это наш высший мозг, который отвечает как раз за контроль там, над эмоциями, над принятиями решений, то есть над тем, что вот, как бы, как мы должны думать и действовать правильно. И эта префронтальная кора, она развивается до 12 лет, вообще до 25 лет, то есть у человека, так что мы все, нам всем постоянно нужно учиться и работать над собой. Вот. Но у деток, у них, получается, до 12 лет преобладают более вот эти инстинктивные формы. И задача родителя как бы взывать к этому высшему мозгу, то есть чтобы помогать им налаживать вот эту вот связь. В этом как раз очень хорошо помогают вопросы. Почему, что, как, то есть, чтобы ребенок включал свою как бы высшую деятельность мозга. Не то, что там убегай, бей, там замри, стой, а вот подумал и принял решение. И таким образом это формирует его дальнейшие привычки, эмоциональные, социальные, то есть это меняет его мозг буквально, то есть для дальнейшего. А когда мы просто говорим, замолчи, перестань это делать, ребенок пугается, ну, то есть у него не происходит вот этого так называемого развития. Вот.
Безусловно, внешние факторы тоже какие-то влияют. Чтобы родителю не впадать в состояние гнева, когда что-то идет не так, правда, он может разозлиться, ему тоже стоит задать себе три вопроса. Тоже подключить свой высший мозг, а не нижний, то есть не реагировать агрессивно. Что сейчас делает, а почему сейчас делает это мой ребенок? Что я хочу ему объяснить? И как я хочу ему это объяснить? Вот эти три вопроса, они уже как бы, почему он это делает? Ну, явно не потому, что он из чади ада, да, там что-то, почему-то он это делает. Что я хочу объяснить ему в данной ситуации? Ну, например, условно, ребенок не сделал уроки по какой-то причине. И первое, что хочется сказать, там, тебе нужно быть ответственнее, там, собраться, ты ничего не делаешь, ты там вот, ну, то есть начать какие-то читать нотации. Вот. Когда мы спрашиваем, почему он это сделал, мы можем предположить, что он может быть устал, да, может сегодня была какая-то тяжелый день, может ему страшно, может он не понимает эту тему, то есть уже какие-то правильно вопросы. Что я хочу ему объяснить? Что нужно там распределять правильно время каким-то образом, там, чтобы у него получалось, в общем, это делать. И как я хочу ему объяснить? Если сейчас я накричу на него, станет ли лучше ему? Он испугается, будет сидеть расстроенный, плохо будет писать или не сделает это все. И таким образом мы начинаем разговаривать с ребенком, обращаясь прежде всего сначала к эмоциям, потому что у детей они преобладают до 12 лет, в основном эмоционально. Мы можем сказать, ты устал, у тебя не получается, ну, спросить, то есть, может, тебе нужна какая-то помощь. Ну, вот такие вот, как бы, самые простые вот такие базовые вещи. Задать вопрос, как ты думаешь, почему не вышло, да? И ребенок может сказать, да, я так старался, у меня не получалось, и я хотел написать, а вот здесь вот я это задание не понимаю, то есть такие какие-то вещи. Но мы лишаем этого всего, этого разговора их тем, когда мы начинаем сразу говорить, что они, ну, плохо делают, они вынуждены обороняться, им страшно, они говорят, а я и не хотела это делать вообще, мне это вообще все не нравится, ненавижу эту математику. А, ненавидишь математику, она тебе пригодится. То есть, понимаете, ну, чувствуете разницу, когда мы можем... Ну, чтобы пояснить дитині, на це же потрібно більше часу, зазвичай батьки Разумеется. Дуже заняті, і простіше просто нагримати Разумеется. На дитину, і все, і цим закінчити да, розмову. Да, но это вот такой момент, что это работает на короткой дистанции. То есть оно повторится снова и снова и снова, потому что проблема сама не решается таким образом. Поэтому иногда, когда ты, допустим, не так длинно, хорошо, но просто когда ты проявляешь к ребенку какое-то участие, то есть когда ты прислушиваешься, ты видишь, что с ним что-то происходит, и ты понимаешь, ему сейчас нужна моя помощь. То есть прежде всего негативное поведение – это просьба о помощи. И то есть у нас есть шанс ему помочь, чтобы он в следующий раз сделал по-другому, чтобы у него получилось в следующий раз. Пані Ольга, конкретні от історії та випадки ви вже почали розповідати, що це, наприклад, як там вивчення уроків, так, або домашні завдання. Що ще, от, ну, наприклад, я думаю, що це більш такі побутові історії, з чим ви у практиці у своїй стикаєтеся найчастіше, так, або, можливо, якісь показові ситуації, на які ви хочете звернути увагу? Да, ну вот детская, например, импульсивность или гиперактивные формы поведения, когда ребенок, например, постоянно перебивает и говорит, и свою, там, ну, то есть такое, это вызывает негативную реакцию, как правило, и у детей, например, может вызвать, да, в группе, что ты выскочка все время там разговариваешь так. И у преподавателей, ну, они могут, да, что они хотят что-то рассказать, а ребенок их все время перебивает, вот. И в таких случаях тоже то же самое. Вот этот рационально-эмоциональный подход, когда то есть ты объясняешь, спокойно говоришь, да, то есть сейчас у нас, например, то есть устанавливаем правила и рамки просто в мягкой форме, то есть мы их не жестко устанавливаем, просто говорим, что, например, сейчас говорят все по очереди, да, условно. И когда у него получается, например, там, спасибо, что ты сейчас дал договорить там Антону, спасибо тебе большое, видишь, какой ты сосредоточенный, внимательный, у тебя получилось. Вот. И каждый раз ты отмечаешь эти вещи. И таким образом, когда у него получилось вообще, то есть он выслушал, сказал, ты закрепляешь это позитивно. И ребенку хочется в этот момент меняться. То есть ему очень нравится, что он какой он, что он сосредоточенный, что у него вышло. Если бы мы постоянно говорили, замолчи, там, перестань это делать. Сейчас говорит, как тебе не стыдно? А это его природа, то есть у него такая гиперактивная форма, да, импульсивность какая-то. И это не работает. То есть он чувствует вот этот вот какой-то стыд, что он делает что-то не так, но не понимает, как с этим справиться. Ему, собственно говоря, не сказали, потому что... Ну, разумею, что не так. Да, что конкретно не так. Не делай просто, ему говорят, не делай так. Еще и обвинили в том, что он кого-то хочет обидеть. Он не хотел. Вот, поэтому очень важно... объяснять, что конкретно мы хотим от ребенка, без негативных коннотаций, и закреплять позитивно
приободрять ребенка, что у него получается. И доказано, что дети, к которым родители, ну и вообще окружение, да, относятся вот таким образом, то есть слышат их чувства, потребности, когда им рассказывают, да, например, может, этому человеку больно сейчас. Например, маленькие дети, они вообще могут не понимать этого. То есть он там, допустим, кидает что-то, кинул, попал, например, в свою там сестру, там выстрелил там чем-то. Ему говорят, о чем ты думал в этот момент? И он честно говорит, ни о чем не думал. Он кидал, и то есть здесь надо объяснить, что когда ты так делаешь, да, твоей сестре больно, в следующий раз там. Вот какие-то вот такие моменты, чтобы он понимал, чего мы от него вообще конкретно хотим. Потому что многие дети даже не знают, что такое хорошее поведение. Веди себя хорошо. Как хорошо, что это значит хорошо? В основном говорят о том, как плохо, ты сейчас плохо поступила, как хорошо он и не знает. И надо находить время объяснять, как хорошо. На що батькам звертати увагу у поведінці дитини? Ну, звісно, що ми говоримо про те, що ефективніше буває попередити, так, якийсь подальший розвиток хвороби, або якщо це там проросте потім якісь негативні реакції. На що звернути увагу, наприклад, коли це маленька дитина, тобто з якого віку можуть проявлятися там ті або риси характеру, або та енергійність, яка потім, ну, тобто, з якою потрібно працювати, яка не просто так от природня, так, а яку потрібно якось скоригувати. Да, это такие формы поведения, когда, ну, допустим, гиперактивность, да, у ребенка, то есть он не может сидеть на месте буквально, да, он бегает, ему это не просто такая подвижность, а когда он прям постоянно должен двигаться, постоянно должен что-то делать, ему сложно, допустим, сидеть на месте. Это может быть проявлением гиперактивности, и в таких случаях, конечно же, там нужны какие-то практики, ну, то есть чтобы у ребенка были... не знаю, режим дня, там, чтобы, ну, то есть обратиться, например, тоже, да, к врачам, чтобы скорректировали как-то формы его поведения. Есть рассеянные дети, да, это когда вот синдром дефицита внимания рассеянный, и таких детей часто говорят, вот он витает в облаках, он такой растяпа и так далее, не понимая, что ребенку как раз нужно, чтобы его внимание, его научили собирать это внимание, то есть ему помогли в этом. Вот. И, конечно, родителям нужно обращать внимание на вот такие вещи, что если кажется форма поведения негативной, как гиперактивность, да, например, или рассеянность, нужно задуматься, почему у ребенка так, то есть он не делает это специально, то есть обратить на эти вещи внимание. Ну і самому звертати увагу, і, можливо, за можливості також і батькам пройти якісь курси. Ну да, это, конечно, было бы хорошо. Но достаточно батькам, достаточно, ну, родителям было бы уже очень хорошим начинанием, прежде всего, начать не использовать, ну, гнев сразу же как первую реакцию. То есть она, безусловно, возникает. И если такое происходит, если, например, уже родитель начал позитивно подкреплять, работать, и вдруг он опять сорвался, например, тоже не винить себя в этом, что ты плохой родитель. Просто нужно поговорить с ребенком и в следующий раз пытаться снова и снова и снова. Потому что все мы люди, и бывают, конечно, такие ситуации, когда родитель может тоже выйти из себя, тоже у него нервы и все. Но главное помнить, что мы стараемся идти другим путем, и он приведет как бы к позитивным изменениям. На цій ноті завершимо наше спілкування. Дякую, що до нас прийшли сьогодні. Нагадаю, у студії була Ольга Маркіна, це психологиня, арт-терапевтка і спеціалістка з когнітивної нейробіології. Говорили про те, як спілкуватися з дітьми і як знаходити з ними спільну мову.